Идея создания музея денег возникла у декана факультета экономики и предпринимательства Татьяны Шиндиной. Именно ее монеты и составили основную часть коллекции. По словам декана, этот музей будет выполнять сразу несколько функций. Наш музей ориентирован на две цели. Первое – это обучение студентов, создание лабораторной базы для более качественного освоения учебных дисциплин. Вторая – это повышение финансовой грамотности нашей молодежи, которая сюда приходит. Сейчас экспонаты музея охватывают весь 20 век. В коллекции представлены денежные знаки различных стран. Среди них – серебряные монеты дореволюционной Кубы и фашистской Германии. Каждая монета имеет свое историческое значение. На рубле очень интересная картина изображена. Рабочий показывает крестьянину дорогу в светлое будущее. И крестьянин как бы упирается, не хочет. Вот он встал, вот всей своей позиции показал, что он как бы упирается, с недоверием смотрит. И ведь это официальные деньги Советского Союза. То есть это не только не скрывалось, но и показывалось. Организаторы музея планируют собрать коллекцию российских и зарубежных монет 19 века. Все желающие могут посмотреть экспонаты в аудитории 127 3-го Б корпуса.